ты звал меня, фазовый кузнец? Артанис, рад видеть тебя, юный вершитель. Феникс? Но как? Прототип чистильщиков был изготовлен на основе копии его сознания. Учитывая, что ты дружил с оригиналом, я подумал... Он считает, что после стазиса его сделали драгуном. Как ты здесь оказался, Феникс? Сам Алдарис дал мне указание прибыть на Гласиус и служить тамплиером. Это последняя запись в его памяти. Конклав приказал продолжать копировать личности наших героев. Ты знаешь об экспериментах на Гласиусе? Почему Алдарис отдал тебе такой приказ? Я воин, друг мой, и ты это прекрасно знаешь. Я действую, а не пытаюсь оспорить приказы судей. Поразительно. Адановая оболочка, ячейки из сжатого триля. Похоже, он был первым в рамках возрождения древней программы. Довольно! Я не для того сражался по воле Конклава, чтобы теперь меня изучали как образец. Я тамплиер. И я воссоединился с лучшим другом. Это ли не славный день? Конечно, ты прав. Каракс, хватит его изучать. Феникс, добро пожаловать на борт Копья Адуна. Мы сражались с тобой клинок к клинку в бесчетных битвах. И вот теперь ты ведешь за собой всех протосов. Меня переполняет гордость от этой мысли. Меня избрали иерархом оставшиеся судьи клана Неразимов. И это великая честь для меня. Тассадар должно быть тоже тобою гордиться. Тассадара больше нет, Феникс. Он пал как герой за свой народ. Он спас нас от гибели. Что? Это невозможно. А Айур оказался во власти зергов? Да. Как долго я провел в стазисе, пока меня превращали... в драгуна. Ты слышал о программе чистильщиков, Феникс? Конечно. Копирование сознания величайших тамплиеров. Опасные роботы, которых пришлось вывести из строя. Их действительно отключили, но исследования в этой области продолжились. Мы искали способ воссоздать величайших из тамплиеров. Применить древнюю технологию на практике. Зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы ты... Нас ожидает война, какой еще не знала история. Нам потребуется твоя помощь. И, может быть, даже чистильщики. Что ж, мои клинки готовы к битве, друг. Новейшие разработки в производстве чистильщиков соперничают со всеми нашими прошлыми творениями. Репликация данных позволяет достоверно воссоздавать сознание оригинала. Он действительно обладает личностью Феникса. Насколько достоверно? С точностью в 99%. Значит, возможна погрешность. Крайне незначительно. За свою жизнь мы принимаем множество решений. Кем бы ты был, даже при такой небольшой погрешности? Следи за Фениксом. Если он будет помогать нам, я хочу понять, кто он на самом деле.
Теперь мы можем использовать роботизированные единицы поддержки. Разведчики докладывают, что войска ОМОНа покоряют одну систему за другой. Мы должны планировать нападение с осторожностью. Я испытываю двоякие чувства при виде Феникса. Вместо радости я чувствую печаль. Говорят, его сразила королева клинков. То, что ты видишь, некое подобие Феникса. Но это всего лишь напоминание об ушедшем друге. Но его голос, мысли, само его присутствие, он так живо описывает то, что мы с ним пережили. Инстинктивно я чувствую, что передо мной мой друг, но разум отказывается в это верить. Мы неразимы. Часто задумываемся о том, сводится ли наша личность к совокупности наших воспоминаний. А может, в нас живет нечто большее? Со временем мы поймем, кто такой этот Феникс. Живет ли в нем нечто большее, или это всего лишь жалкая подделка? Понял, как мыслят Зелнага. Для них энергия, эссенция и информация были едины. Взаимозаменяемы. Гибки. Значит, ты извлечешь из ключа информацию, о которой говорил Зератул? Да. Насколько я понял, она приведет нас на Ульнар. Ульнар? Это просто миф. О нем говорится лишь в легендах. Родной мир Зелнага. Я полагаю, ключ укажет нам его местоположение. Каким образом? Не может быть. Я, наверное, я ошибся. Алтарианский. Это невозможно. Ничто живое не выдержит такого буйства энергии. Похоже, я подвел тебя, Иерарх. Я так не думаю, Каракс. Считается, что Зелнага пришли из места, где не может быть жизни. Это совпадает с пророчествами Зератула. Мы войдем в разлом. Подготовь все. Многие считали тебя безумцем, Зератул. Но ты вновь узрел правду там, где другие были слепы. Ключ ведет нас к Алтарианскому разлому, туда, где находится Ульнар, родной мир Зелнага. Носить твою мантию — моя судьба, друг. Я клянусь, что пробужу Зелнага в память о тебе. Зератул был прав. Это Ульнар. Только подумай, матриарх,
колыбель жизни, веками сокрытая от чьих-либо взоров. Да, но почему? Феникс, я вижу, что ты подавлен. Прости меня, Ира. Я размышлял о том, как попал сюда. В моих воспоминаниях имеются пробелы. Битвы, описанные в архивах корабля, которые я должен помнить, но почему-то забыл. Что ты узнал? В записях говорится, что после моего поражения в Антиохе меня воскресили в виде драгуна. Однако это тело явно не тело драгуна. Ты еще не все знаешь, Феникс, но эта правда может опечалить тебя. Я хочу узнать правду, друг, какой бы она ни была. Надеюсь, ты найдешь ответы, которые ищешь. Невероятно. Но Зератул знал, что ключ приведет нас в такое место. Вот в чем заключалось основное предназначение этого устройства. Зератул постиг нечто за гранью моего понимания. Этого места просто не должно существовать. Оно противоречит всем законам, разрушает все представления об астромеханике. Когда-то я считал, что протосы постигли все глубины знания. Я был глупцом. Только теперь я понял, как много всего в галактике лежит за пределами нашего понимания, друг Каракс. Иерарх, военный совет ждет твоих приказаний. Трудно поверить, что под нами Ульнар. Древняя обитель Иханрии, расы Зелнага. Судьи полагали, что Зелнага покинули Айюр, чтобы направиться в подобное пристанище, а затем погрузиться во многовековой сон. Зератул верил, что артефакт приведет нас к новой надежде. Возможно, это надежда Зелнага. Если легенды правдивы, то Зелнага действительно лежат там в ожидании своих детей, которые пробудят их ото сна. Будем надеяться. Иерарх, похоже, мы не можем получать сигнал, находясь внутри разлома. Мы отрезаны от связи. Сенсоры копья Адуна обнаружили проход внутрь храма. Наши корабли готовы выдвинуться по твоему приказу. Здесь покоятся Зелнага. Если мы хотим пробудить их, нам надо найти способ отворить проход. Великий Хранитель, известно ли тебе что-нибудь о храме, покоящемся под нами? Только мифы и легенды. Здесь, на Ульнаре, представители избранных рас приходят к Вознесению. Чтобы путь открылся, достаточно одного их присутствия. Мне кажется, все дело в этих небесных затворах. Мы должны их захватить и надеяться, что они откроют нам путь. Иерарх, Талдари, мы здесь. Они берут небесные затворы под свой контроль. Я слышу его приказ. Не дайте отворить храм. Пока они удерживают затворы, тайны храма останутся сокрыты от нас. Воины, сразитесь с противником и захватите затворы. Победа не дастся Амуну легко.
хватает минералов. Теперь в наших звездных вратах можно вызывать фениксы. Они очень быстры и могут атаковать противников с дальнего расстояния. Охотник на Фераж. Поле искривления активно. Мой путь сокрыт в тени. Скорее в бой! Во имя чести! На крыльях правосудия! На Фераж! Я звездный охотник! Во имя чести! На крыльях правосудия! В тени. Как только мы разделаемся с войсками Амуна, наши воины должны будут занять позиции возле затворов и получить контроль над ними. Я звездный охотник. Энергетическим возмущением храм откроется, как только мы захватим остальные 4 затвора. На Фераж. Телепортация завершена. Небеса зовут. Где скрываются наши враги? Я вернулся. Телепортация завершена. Силы Амуна направляются к нашему Нексусу. Thank you.
неодаримо развернули огромную призму искривления. Если ее ядро сходно с нашим, то ее реактор сделан из чистого соларита. Если получится, мы должны уничтожить призму и использовать ее реактор для улучшения нашего солнечного ядра. Отступите от вражеской базы. Мы должны сосредоточиться на небесных затворах. Телепортация завершена. Ваши войска вступили в бой. Телепортация завершена. Мой путь сокрыт в тени. Будьте на страже. Слуги Амуна попытаются захватить затвор. Вступаю в бой! Наши клинки нашли врага! Телепортация завершена. Настало время. Улучшение завершено. Войска вступили в бой.
Ликвидация завершена. Требуется больше Виспена. Я вернулся. Вступаю в бой. Улучшение завершено. Где? Улучшение завершено. Телепортация завершена. Я вернулся. Я выхожу из тени. Улучшение завершено. Один из затворов был захвачен противником. Мы были беспечны. База атакована. Атакован. Вступаю в бой. Улучшение завершено. Больше Виспена. Зира. Мой путь сокрыт в тени. Небеса зовут. Искривление настало. Телепортация завершена. Где скрываются наши враги?
Я звезд Сиравек Грайон. Телепортация завершена. Скорее в бой! Будет исполнено. Сиравек Грайон! Казу Дутефлай! Телепортация завершена. Еще один забор оказался под контролем врага. Войска Амуна заняли оборону. Готово. Я транспортирую груз на борт для его дальнейшего изучения. Нужно построить больше пилонов. Я выхожу. Улучшение. Требуется больше виспена. Я выхожу из тени. Телепортация завершена. База атакована. Телепортация завершена. Поле искрип. Нужно построить больше пилонов. Я выхожу из тени. Телепортация завершена. Похоже, заборы не реагируют на замаскированных воинов. Мы должны послать других на их место. Все пять затворов под нашим контролем, Иерарх. Проход в храм открывается. Похоже, войска Амуна отступили. Я чувствую лишь абсолютную тишину внутри храма. Значит, мы преуспели. Скоро мы узнаем, что приготовила нам судьба.